В общем, сначала я хотел построить на колесах с такими с плазмой, то есть такой какой-нибудь транспорт на колесах, короче. Но ничего не получилось, поэтому построил еще одного робота с четырьмя СМГшками и одной мощной плазмой. Довольно-таки интересное такое сочетание получилось, потому что теперь как-то так он более резкий, что ли, то есть мы можем и нанести резко мощный большой урон, то есть плазмой, ну и при этом еще можем издалека постреляться, поперестреливаться. Довольно-таки интересно получилось, но не будем забывать, что это все-таки очень многое зависит от команды. Ну и здесь, собственно говоря, тоже мне как повезет уж. Посмотрим. Ох, как я в него сейчас зарядил-то. Ребят, это просто было сейчас шедеврально, вот серьезно. Просто шедеврально зарядил. Два раза подряд, да как же так-то? В атаку, ребят. То есть я ему уже отстрелил все, да? Давайте добивать его и отходить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А... Нет, стоп. Я что-то не понял, каким это образом он меня сейчас убил. Вообще, кто меня убил? Я подпрыгнул. Ну, как всегда, супер начало. Супер начало. Я Нильфгорн, это Робокрафт, всем привет! И под последним видео набралось 600 лайков, для меня это очень круто и очень значимо. Я попросил всего лишь 300, но я так понимаю, что вы очень хотите Робокрафт на моем канале. Поэтому вот и Робокрафт, собственно, но все равно ставьте лайков, потому что если мы набираем и даже под этим выпуском 300 лайков, то я еще больше начинаю заниматься Робокрафтом. Я и так уже задолжал две серии, но в любом случае любой ваш лайк, он только стимулирует на то, чтобы делать все больше и больше видео, модернизироваться, прокачиваться, именно мозги прокачивать, чтобы делать видео лучше, поэтому не жалей, палец вверх, и все будет отлично, продолжим Робокрафт. Опять мы в пустоши, и тут вот что-то творится непонятное, потому что уже... три летающих, и мне уже страшно, потому что, ну, честно, и скажу вам, летающие, ну, как-то вообще меня пугают, и когда их у нас много, мне кажется, что мы уже проиграли заранее. Так, ну, давайте попробуем. Ой, тут сели, что такое-то с ними не так-то? По-моему, у нас все летающие, вот, вон, ну, еще один робот появился, наконец-таки, какой-то. И я боюсь, что... Если у нас сейчас минус один... А, у нас еще даже не все появились. Если у нас сразу минус один не появится, то это будет очень хорошо. Ну вот, один почти уже... А, он уже появился. Все. О боже, посмотрите, как их много там. Просто нереальное какое-то количество. Ну ладно, я вроде бы прорвался. Да... Этот меня... Вот он что, специально, ребят? Просто получается он... я не знаю как, но, по-моему, мы так как-то очень... Очень хорошо... Ворвались, ребят, и... Ух ты ж! Е-е-е-е! Еще минус один. Понятно, у меня... Я жму на выстрел, но почему-то у меня не жмется. Оказывается, у меня плазму-то отстрелили, ребятки. Вот это жесть! Вот это жесть. Ой, спасибо, друг, спасибо, он меня... Надо переставить настройки, потому что я не теряюсь в своих настройках. Ну, летающие, ну, вас же очень много, убейте его. Блин, круто получилось, я троих убил, это довольно-таки круто. Я, честно говоря, думал, что мы тут все уже прям, ух...
Отлично. Да, я, конечно, вот на втором месте. Ну, блин, странно, я 4 ассиста сделал, да? А, тут лекарь, понятно все. То есть он еще и урон нанес. Ну, ладно, полечил зато меня, наверное. Посмотрим, что я получил. За второе место можно посмотреть. Ну и вообще, алмазный. Как она это говорит? Мне нравится, как она это говорит. Ох, шикарно. Это все можно будет продать. Ох, шикарно. На одном зацикливаться не нужно. И поэтому снайперюшка. Снайперюшка-зенитушка. Он такой наполовину туда, наполовину туда. Посмотрим, что из этого получится. Ну да, давай, врежься. Я так и знал. Вот лох. Так, попробуем куда-нибудь забраться и откуда-нибудь поснайперить. Сами понимаете, что это не так просто. Но, как говорится, кто не пробует, тот ничего не делает. Так, и вот я уже... И то есть он по первому, по кому пострелял, это по мне. Притом я в него, по-моему, из снайперки не попал. То есть удивительно то, что как бы он-то по мне лут пасит как бы точечно. И вот это вот как бы пугает. Чувак, ты что, не видишь, что происходит, а? И главное, никто нас не поддерживает здесь, и это печально. Ну да, 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 отлично. Давайте, надо реген устроить. Меня, по-моему, здесь бросили, да, все? Ой, кто-то на машине там вообще жестко сейчас перелетел. Ладно, давайте восстанавливаемся и уже можно будет продолжить такой замес, так скажем. О, божешки ты мой, что тут? Так, ну понятно. Меня какой-то истреб... Да! Я ему отомстил, не знаю как, но у меня это получилось. И, по-моему, нас вообще очень мало осталось, да? То есть мы последние бойцы невидимого фронта. Это забавно, конечно. Ну все, тут уже ничего не светит, я остался один, понимаете? Но нормально, я кого-то забрал, то есть так нормально получилось. Я как бы изо всех сил. Что-то как-то мне с зимой везет, то есть карта постоянно зимняя. Вот четвертый, по-моему, или пятый раз я еще за кадром немножечко сыграл. Ну ладно, давайте попробуем. Может быть, все нормально будет. Ой, как болтает-то. Ножки-то мои болтает-то как. Так, и нам тут надо как-то так аккуратней. Я боюсь, что я здесь больно не, ну, не смогу расстреляться из ракетницы, потому что бой здесь очень быстро происходит. То есть он вообще моментально происходит. Какой-то странный. Разъездился-то. Так, я боюсь, что к нам сейчас тут просто с тыла зайдут и все. Вот отсюда вот, собственно говоря, уже заходят и... Я что могу, то и делаю. Кусочек остался просто. Сердечко. Жесть. Но попробовать выиграть все-таки хочется. Давайте еще разочек. Ну-ка, ну-ка. Ну как-то не хотят у нас идти за нами.
И вот, наверное, я сразу выхожу. О-о-о-о-о, что это там происходит-то? А давайте тогда туда пошлите. Почему нет, да? Честно говоря, я, конечно, не знаю, куда лучше пойти, потому что везде замес идет. Там вот воздух обходит нас, и что-то я даже не знаю, где применить свои ракеты, где применить свой дробовик. То есть дробовик это у нас ближний бой. Ой. Трусил. Так, у нас эти пельмешки, или как их там называют. Я еще ни одного выстрела не сделал, понимаете? Ну все, сдохни. Тебя там сейчас разберут. Ну, надеюсь, по крайней мере, разберут же, ребятки. Ну, разберите, вы что? Хорош. Ну все, разобрали. Хотя бы кого-нибудь разобрали, это уже хорошо. Так. Дальше, дальше, дальше. Ребят, пельмешек, пельмешек. Просто в упор практически заряжаю. Ну все. Ну, смотрите, вокруг меня прям две пельмени крутятся. Это, наверное, какие-нибудь еще в команде супер чуваки. Потому что пельмешки были похожи на друг друга. Вот эти вот такие вот. Круто-круто. Просто расстреливают и все. А может быть нет. Может быть просто именно, ну, так сказать, крутая пельмень, которую все покупают. Эх. Вот так вот всегда, как только почувствуешь, что ты типа как бы чуть-чуть вроде бы тащить начал. Ну и сразу тебя так на землю опускают несколькими проигрышами подряд. Конечно же, не только я тут решаю, да? То есть, конечно же, команда тоже очень важна. Но черт возьми. Все-таки, мне кажется, вот последние два боя я сыграл очень плохо. Хотя снайпером, когда я сыграл, довольно-таки неплохо получилось. То есть, я вроде отстрелял свое, но это настолько так несущественно, так скажем, получилось, что это ничего, ни на что не повлияло. Три выстрела, три! Понимаете, три выстрела, все, нету чувака. Это просто мне очень понравилось. Блин, зенитчики, а где вы, наши друзья хорошие? Надо вот этого робота разбомбить, потому что совсем нехорошо получается. Ей, ребятки, отлично. Вот там вот еще что-то, блин, ездит. Да, блин, почему я выше-то беру, а? Ну ладно, спрячемся, давайте, пускай. Так, да что ж вы... Вы специально, что ли, я не понимаю? Они специально прям мне под ноги лез. Ладно, давайте с толпой пойдем, не хочу я один никуда. Оп-оп-оп-оп-оп. А вот это вот... Интересно, я смогу запрыгнуть? Да, похоже, у меня получилось это сделать. И я вроде бы то ли убил, то ли помог убить. Не пойму, что происходит. Так, где замес есть происходит сейчас? В данный момент я тоже немножечко потерялся. Так, чей... флаг противника захватывает. И вот сейчас я боюсь, что я здесь сейчас буду один где-то драться. Ну, у меня такое ощущение, по крайней мере. Ого-гошеньки, ого. Ну все, отлично. Вот здесь вот сбоку их там... Ей! Попали, ребятки. Я не знаю, что они творят, но их там, вот смотрите, их трое. Видите, я явно туда не пойду, потому что их там трое.
И они все-то как-то не стремятся куда-то выходить или куда-то лезть. То есть непонятно. А, теперь я понял, почему они... Так, ну ладно, еще одного забрали, это хорошо. Еще одного вроде бы убили. Блин, у меня 4 фрага, ну ладно. Хороший, кстати, мне нравится вот эта система, которая поставлена здесь. Это мощная плазма, и можно отстреляться. Притом, видите, я специально расположил пушки, чтобы, ну как сказать, то есть... Надо было фокусить каждую пушечку. При этом при всем блоки разбросаны по корпусу. То есть это довольно-таки цельная конструкция. И довольно-таки имеется в виду, что она много урона выдерживает. Ну, я здесь, наверное, да. Кстати, вот четверых убил, да, понимаете? Четверых убил. Но все равно прям вот чуть-чуть, и меня бы догнали. А чувак всего лишь двух ассистил. И, ну, как-то я не знаю, это же общие очки вроде бы пошли. Ну, ладно. Не будем как бы парить поводу. Так, посмотрим, что у нас получилось. О-хо-хо. Протониум. Ну и в чем смысл протониума? В том, что, ну, я понимаю, что здесь более больше шанс, но черт возьми, это какой-то слишком маленький шанс, по-моему. Ну что ж, погнали. Ну, только не мешайте мне, пожалуйста. Карта, конечно, такая открытая очень. Здесь бы снайпером сыграть хорошо было бы очень. Но ладно, как говорится, из чего получится, то и выйдет. Давай. Зараза, а. Ну как так-то? Он, представляете, меня сразу отстрелил. Ну, сраные снайперы. Ну ничего, это нормально на самом деле. Лично я, если бы с той стороны находился и также видел проходящего мимо, то также попытался запулить. Давайте, либо восстанавливайте меня, либо что. Вот, окайна. Погнали дальше. Ну, чувак, понимаешь? Снайперы, вот в этом и минус у снайперов, когда, ну, сейчас появился. То, что он, да, отстрелил пушку, но он не, как бы меня не обезглавил, да, так скажем. Он не... Он не сделал меня как-то очень... Ох ты жесть, ребятки! Вот это сейчас была реальная жесть! Посмотрите, я... Просто вот... Ну, я даже не знаю, как это назвать. Ну, одна пушка, правда, у меня осталась. Дайте пройти! Да дайте пройти-то, господи! У меня, правда, одна пушка осталась, ну ладно. Отлично, просто вот... Я не знаю, тот выжил чувак или нет, который на него сагрился, но... Да, господи... Мне, по-моему, со всех сторон, да? А, да, со всех сторон. По-моему, реально со всех сторон меня фигачит прям. Обошли прям и... Вот зараза, а, вовремя включил, молодец. Так, давайте обойдем с той стороны. Вот я вижу, чувак какой-то должен на нас идти, да? И давайте мы его как раз-таки попытаемся убить. Что-то как-то неудачно все складывается. Вон, я вижу. Я, конечно, в них попал, но что-то просто нереально. Нереально они меня растащили. Ребятки, помогайте, они же со спины заходят. Да ладно, хорош. Почему он... А, у него, наверное, эти летающие блоки стоят. Понятно. Ладно, окей. Сейчас вот этот вот...
приземлиться, и надо будет его нагнуть, потому что что-то как-то очень жестко, очень все жестко, ребят. Он убежал, ну ладно. По-моему, им сейчас там займутся, да. Так. Очень много хожу, очень много хожу, но вы видели, сколько урона я на себя принял, в принципе, если так подумать-то. Давай, дружочек, быстрее. Вот это наш, наш. Что там? Нет, ну, друг, я, конечно, с тобой согласен поперестреляться. Офигеть, мы еще и выиграли. Просто шикарно. Ну, знаете, когда вот тебя со всех сторон убивают, там, ноги отрывают, пушки все сносят, и ты думаешь, все уже, все, конец. Но вот в данный момент команда затащила, и это круто. Отлично. Посмотрите, еще какую детальку мне дали. Не знаю, что это такое, но думаю, КПУ лоуд один. Понимаете? Думаю, это будет интересненько. Можно будет куда-то поставить в жизни 2100. То есть, в принципе, на один КПУ. Это очень даже круто. Вот такой вот щит еще дали. Тоже круто. 36 КПУ занимает. Отлично, отлично, ребятки. На этом я буду заканчивать, потому что, ну, вечные бои не могут, как видели. Я провожу бои все подряд. То есть я записываю все подряд и вам выкладываю. Мне кажется, будет каждому интересно посмотреть. Может быть, я 1000 ошибок делаю, и чтобы этих ошибок больше не делать, вы, собственно, и посмотрите. Ставьте лайки, всем всего хорошего, удачи и пока.